Николаевич. Вы меня видите? Вижу. Отлично. Едем домой. Вы не едете домой. Вы умерли. Мне очень жаль. Теперь вы мои пассажиры. Я временный призрак оперы. А куда мы едем? Туда, где будет переход. Дверь открой. Дверь открой, я тебе сказал! Из машины нельзя выходить, пока я вас сам не выпущу. Придется признаваться. В чем? В том, что тебя здесь держит. Мне обязаны перед ним исповедоваться. Я от тебя ухожу. 5 лет назад меня изнасиловал парень моей подруги. Я ничего не чувствую. Вообще ничего, понимаешь? Моя фото висела на доске почет в школьном сортире. Я ему 100 раз говорила, не связывайся с ней. Он жену мою сбил, а этот судья его оправдал. Я мать. Неужели это вообще никак не считается? Есть они, а есть я, и им нужна жертва. Это высшая справедливость, а? Она как будто ветер за спиной, мелодией знакомой отзовется. И кажется, мотив совсем простой, но не поется. Если ваша смерть не похожа на красивый финал, так, может быть, это приятное начало чего-то другого?